Первый раз сейчас об этом услышал. Мы еще и Луну хотим захватить. Нам Крыма мало, что ли, я не понимаю. Ладно, я шучу, а на самом деле, есть ли смысл вбухивать в эти огромные, в эту пока еще фантастическую, как мне кажется, операцию, вбухивать многомиллионные бюджеты, потому что пока с полезными ископаемыми и прочими другими природными ресурсами на территории нашей страны, по крайней мере, прекрасно, поэтому давайте будем довольствоваться этим. А эти миллиарды найдем куда потратить.